McLaren Spitfire. В честь 50-летнего юбилея компания McLaren выпустила новую модель легендарного дизайна Spitfire. Оуэн McLaren – летчик-испытатель, инженер, участвовал в разработке самолета Spitfire и накопил большой опыт в создании легких, прочных и компактно складывающихся конструкций. В 1965 году, уже на пенсии, он использовал этот опыт, создав для внуков первую в мире коляску-трость и положил таким образом начало новому поколению детских передвижных средств. Впервые модель McLaren Spitfire увидела свет в 2008 году. Она была создана к 70-летнему юбилею известного самолета-истребителя Spitfire. В коллекции этого года модель Spitfire представлена на базе McLaren Techno XT и обладает некоторыми усовершенствованными деталями, на которые невозможно не обратить внимания. Дизайн коляски, как и прежде, повторяет характерные цвета истребителя Spitfire с броским узнаваемым знаком на капюшоне. Изнутри капюшон украшен симпатичным летным принтом и оснащен специальным солнцезащитным козырьком. Муфта для ног выполнена из материала, полностью повторяющего ткань, из которой изготавливались куртки летчиков, темно-коричневая эко-кожа с искусственным мехом под барашком. Корзина для покупок обрела несколько иную форму и теперь имеет специфические отверстия, схожие с теми, что присутствуют под крыльями самолета для выравнивания давления. Помимо великолепной муфты в комплекте коляски набор аксессуаров: плечевые накладки, дождевик, корзинка для покупок, сетчатый защитный барьер Infant System и мягкий подголовник. Коляску можно использовать с рождения и до 3 лет. Коляска весит 7 кг. Имеет большое сиденье, которое раскладывается до горизонтального положения. Приподняв подножку, спальное место значительно удлиняется. Капюшон с козырьком от солнца и защитой от ультрафиолета. Его можно сделать еще больше. Через смотровое окошко можно наблюдать за ребенком. Капюшон хорошо дышит, но не промокает. Для защиты от сильного дождя наденьте дождевик, который также украшен принтами Spitfire. Колеса с символикой Spitfire оснащены амортизацией на всех 4 блоках. Коляска очень маневренная, при необходимости блокируйте колеса. Безопасность ребенка обеспечена 5-точечными ремнями безопасности. Секретом в замке, чтобы ребенок случайно не расстегнулся. Тормоза выделены красным цветом и приводятся в действие нажатием на одну из педалей. Большая корзина для принадлежностей с дном из грязезащитного материала. Коляска легко складывается. Для транспортировки коляски используйте ручку. Приятных вам путешествий!